Всем привет, это моя рубрика «На колесах», в которой я рассказываю о разных интересных и прикольных местах в нашем городе и о тех местах, куда можно доехать на велосипеде. Поэтому рубрика «На колесах». Сейчас я нахожусь в районе Таллинского международного автовокзала, и здесь буквально на днях появилась новая большая граффити, состоящая из 6 полотен. Хотя называть то, что находится за моей спиной, граффити неверно. Это скорее мурал. Мурал отличается от граффити тем, что граффити — это небольшой рисунок или надпись, сделанная чернилами или красками, а мурал — это огромное полотно во всю стену. И здесь представлены 6 картин, которые рассказывают о прошлом автотранспорта, автобусных перевозок. Здесь изображены старые автобусы в разных ситуациях на эстонских дорогах. И, кстати, 2 июня здесь на автовокзале пройдет фестиваль ретро-автобусов. Будут представлены старые автобусы, можно будет прокатиться на этих автобусах, посмотреть на них. Будет даже большая концертная программа. Поэтому я думаю, что вот эти муралы, которые появились, они в какой-то степени приурочены как раз к этому ретро-фестивалю. Да и вообще, вместо серых унылых стен наш город обзавелся еще одним красивым местом, где можно и сфотографироваться, и селфи сделать, когда прибывают из других стран с помощью автобусов туристы в наш город, в город Таллин. Сделано все очень ярко, правдоподобно, сочно. Я думаю, что и горожанам, и гостям нашего города такие картины понравятся.